момент своего существования также испытывает и перепроверяет условия своего существования. Сократ, герой платоновских диалогов, указывал на то, что без испытания жизнь не жизнь для человека. Именно благодаря этой основной способности задавать вопросы своему способу бытия в мире и давать ответ самому себе и другим, человек и становится ответственным существом. Но этого мало. Сама названная вопросительность развивается.